рабочий момент. Вот эта труба квадратная, туда немножко я ее, как можно сказать, врезал. Здесь я просто поставил примерочную рейку, какой высоты, что и как. Вынес больше от доски влево. Здесь будет стоять брусок или такая железная конструкция, которая будет выходить специальной рейкой. Итак, хочу показать дальнейшие мои действия по моей заточке лицов. Что я решил переделать со своим наждаком. Ну, во-первых, берем его в сторону. Здесь сама доска стоит на четырех резиновых ножках. Так было раньше запланировано. Значит, что я сделал? Он стоял посередине, вот здесь. Сдвинул его сюда. Для него понадобилась фанера. Вот такой вот кусок. Я его посадил пока местный клей. Вот. Что по поводу вот этой вот железки, трубы, которую будут ходить. Две трубы квадратных. Одна чуть больше диаметром, другая чуть меньше. Вот такой уголок для приспособления вот этого, которое будет еще крепиться вот такой брусок, куда будет вставляться стамеска. Так. Зачистил, шлифанул, засверлил здесь большой сверлом, здесь маленький, возинковал, здесь части. Здесь запилил ножовкой, потом прошел со стамеской, потом сделал брусок с наждачкой. Это все просто и быстро. Это немножко шлифанул. Здесь посадил на саморезы по металлу. Крепление здесь очень обыкновенно, две прорези в металле. Не знаю, видно, не видно. Сейчас покажу. Две прорези в металле и наварена гайка. Все. Вот такой вот поджим. Болт входит туда и продавливает пролизанную железку. Какая будет нужна регулировка, пока не соберем до конца. Можно зажать. Так. Для того, чтобы пользоваться мелким наждаком, он с этой стороны. Вторая фанера приклеивается сюда. Если нам нужно работать с крупным камнем, нужно переставить на эту сторону. Также приклеивается это сюда. Так. Ну, это нам пока не мешает, поэтому я так ее расположил. Сама это должна либо крепиться по струбцинной, либо прикручиваться шурупами. У кого какой стол, это я не знаю. Ну, а эту приспособу вы можете сделать, ну, любую, блин. В прошлом видео я показывал, каких только нет. Есть просто... деревяшка, который прикручен. Вставлен болт специальной гайкой. Им поджимают струбцинную, вот этот, будем говорить, резец. А здесь просто стоит у них вкручен болт под углом 45 градусов, который я здесь сделал. Вот у меня угол, вот этот вот. Больше ничего не нужно. Единственное, что мне нужно здесь переделать, ставить болтик, наверное, скорее всего, пропилить его напополам, чтобы он здесь, в этом уголке нормально скользил. Квадратный он будет скрипсти, ничего не сделаешь, только испортишься. Так, ну, я сказал, деревяшка, любая деревяшка, в которой вы делаете отверстие под размер ваших резцов. Все, это все будет закреплено. И свитер у меня сейчас уже приклеен на клей, а этот еще нет. Это стоит крепко, плюс ножки резины. Плюс на нем есть ножки резины, ну это говно. Мы можем все это дело зашурупить, посадить на три шурупа, четвертый угловой тут оставить, который находится в параллели с этим углом. Мало ли что делать. Так. Ну а здесь я еще пока не решил. Собираюсь вот такую вот вещь ставить сюда. Тут надо будет выгадать высоту. Не знаю, кто подскажет. И длина-то уже есть. Единственная такая высота, да. Ну просто берется, сверлится брусок под вот эти два отверстия. Вот это все. Ты крепишь сюда. И работаешь. Ну не знаю, как получается, это отменять надо. И уже переставлять ты не будешь, потому что. Ну, крупным ты особо не будешь пользоваться. Там можно здесь камень поменять навсегда, один и тот же.